Я, Родионов Виктор Михайлович, поступаю на службу в органы внутренних дел. Торжественно присягаю на верность Российской Федерации и ее народу. Клянусь при осуществлении полномочий сотрудника органов внутренних дел уважать и защищать права и свободы человека и гражданина. Молодые сотрудники принимают присягу на верность службе, отчизне, закону, народу. 24 новобранца отныне полноправные полицейские. Сегодняшний день, 10 ноября, важная дата. В системе МВД существует много служб. У каждой из них свой профессиональный праздник, но всех их объединяет именно этот день. В России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. День образования советской милиции, а в настоящее время День сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. Поэтому это наш самый главный профессиональный праздник, который мы все ждем. Ждут не только сотрудники, ждут и члены семей, потому что это семейный праздник. А вообще это фактически народный праздник, ведь милиция создавалась именно для народа. Полицейские минутой молчания почтили память коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей. На площади мемориального комплекса на страже правопорядка возложили цветы возле памятника. Настоящие правоохранители в любую минуту готовы дать достойный отпор преступности. Для молодых сотрудников честь принять присягу. Вдвойне гордо, что тут присутствуют и ветераны ОВД, напутствующие новых стражей порядка. Вы сами выбрали эту профессию. Она очень сложная, она трудная, она связана иной раз с риском. Но если вы профессионалы и добьетесь успеха в своей работе, вы все победите эти трудности, которые они перед нами стоят. В этот же день в мемориальном зале у МВД клятву кадета дали ученики кадетского класса школы номер 70. Присяга для них – моральный ориентир. Не посрамить почетное звание стража правопорядка – миссия сакральная, святая. Мы готовились очень усердно, долго репетировали, после уроков оставались, проговаривали все. Торжественно клянусь свято соблюдать Конституцию, законы Российской Федерации, с честью и достоинством нести звание кадета юной полицейской России. Верные избранному пути и предназначению охранять правопорядок, обеспечивать законность и торжество справедливости, ежедневно находящиеся на передовых рубежах в борьбе с преступностью. В ульяновской полиции немало планов по совершенствованию материально-технической базы, развитию служебно-прикладных видов спорта, взаимодействию с общественностью. Но главной задачей неизменно остается защита жизни, здоровья, прав и свобод каждого из нас.